Могилевщина сустракає масштабный мультиспортивный форум «Другие гульні країн СНД». Коля 2000 гостей и жихаров города пришли на стадион «Спартаку» у Могилеве, где начались споборництвы по стрельбе из лука. Наши сборные по стрельбе из лука пошансовала. Для их две церемонии открытия. Спочатку урочистая церемония на Минск-арене. До речи, так она выглядала для глядачов. А вот литерально с рук эксклюзив телеканалу «Беларусь 4 Могилев». Так наших спортсменов сустракали трибуны. Переносимся на стадион «Спартак». Организаторы уверены, каб зрозуметь усю прихожой стрельбы из лука, треба прийти на споборництвы. Тому на стадионе «Спартак» рады колькости глядачов. Тем больше поболеть есть за кого. 45 спортсменов с 9 краин света споборництвы подобного узровню Могилев прямая у першиню. У складе российской сборной серебряный призер Олимпийских гульнев. Нашу сборную проставить удельники международных стартов. Сярод их два могилевчанина. Старшиня Могилевского облвыконкама Анатоль Ісаченко подкреслил, что сегодня Могилев с гонором принимает спортсменов такого уровня. Игры стран СНГ показывают, насколько все-таки наша страна миролюбива, что мы готовы проводить соревнования мирные, любого уровня и любого класса. Такой вообще шикарный уровень организации соревнований, такое внимание к нашим спортсменам со стороны средств массовой информации, они никогда такого не испытывали. Поэтому все родители болеют за наших спортсменов, все довольны, все счастливы и надеюсь, что наши результаты в конце, когда мы подведем итоги соревнований. Так у Могилеве стартовал масштабный мультиспортивный форум «Другие гульни країн СНД». Нагадаем, споборництвы по стрельбе из лука протягиваются с 6 по 9 жнивня. Приходите и болейте за наших спортсменов. Хардей Ягору, Александр Тарасов, новини региона.